容易让你一成不变肤浅，固有的偏见迷惑你，有新的主见浮现，恍然间发现我们离最初的誓言渐行渐远。你是否还记得那个青涩的追风少年，有多少勇气推迟在那改变的瞬间，有多少双眼期待下个奇迹再次出现。时间为你转身，因为你肯冒险，注定这不平凡的一切伴你坚强一路向前、哦、一切交给时间，你会精彩呈现，勇敢和执着许下心愿，不灭不变。Принцесса сбежала за день до свадьбы. Сон Йон был в ярости. Я опубликовал заявление, согласно которому он разорвал с ней связи. Чэнь Си не вышла замуж. Последние несколько дней Чэнь Си заботилась о тебе в Манхэттене. С твоим-то дурным нравом ты никого не пускал в квартиру. Никто бы и не узнал, что ты напился до такого состояния. К счастью, с тобой была Чэнь Си. Иначе мы бы не смогли тебя спасти. И ты мог бы даже умереть. Сяо Фэй. Ради тебя Чэнь Си сбежала с собственной свадьбы и заботилась о тебе. Не расстраивай ее. Значит, это Чэнь Си о мне заботилась. Неудивительно, что я чувствовал, что кто-то был рядом. Я думал, это... Пап, я буду честен с тобой. В моем сердце сейчас нет никому места. Я люблю только Тон Вэй. Послушай, все, что я могу сказать Чэнь Си, так это... Прости. Это правда. Думаешь, еще стоит питать надежду на ваши отношения с Тон Вэй? Позвони ей сейчас. Ты узнаешь, где она. Расспроси ее. В смысле? После того, как Тон Вэй вернулась с Китая, она переехала обратно в свой дом. Это невозможно. Из-за меня этот дом продали. Не так давно я нанял лучшего в Китае агента по недвижимости, чтобы выкупить дом. Однако новый владелец отказался. Знаешь, кто новый владелец? Кто? Ты знаешь этого человека? Цин Тяньюй. Он анонимно приобрел дом Тон Вэй. Теперь он вернул его ей. Они живут там вместе. Ты должен понимать, что я имею в виду. Они живут там вместе? Это невозможно. Очевидно. Тон Вэй решила двигаться дальше. Но ты все еще отказываешься прийти в себя. Это совершенно невозможно. Она не любит Цин Тяньюя. Это исключено. Если не веришь мне, позвони прямо сейчас, Тон Вэй. Убедишься. Алло. Тянь-тянь. Ты переехала в старый дом? Тебя это не касается. Ты говорил, что у тебя акции на 300 миллионов. Говорил, что будешь баловать меня, наобещал всего. А что случилось? Ты разозлил мою сестру и даже не попытался за ней вернуться. Что, повеселился и выбросил? Позволь спросить. Это Цинь Тяньюй выкупил дом для твоей сестры? Да. Тяньюй выкупил его и вернул сестре. Посмотри на него, а потом на себя.
Любой, у кого есть мозги, поймет, что он лучше. Если бы знала, тоже была бы на стороне Тяньюя. С кем ты говоришь? С этим упырем. Сама послушай. Алло. Тунвэй. Пожалуйста, не звони больше. Зачем ты это сделала? Сяофэй, мы уже расстались. Пожалуйста, больше не вмешивайся в мою жизнь. Сестра, ты правда решила с ним порвать? Тянь-тянь, удали со своего телефона все, что касается этого человека. Сделай вид, будто его никогда не существовало. Похоже, ее сердце правда разбито. Теперь ты веришь мне? Тунвэй больше не любит тебя. Тебе тоже стоит. Пап, оставь меня. Мне нужно побыть одному. Знаю, знаю. Не расстраивайся. Дядя? Чэнси, ты много сделала за последние дни. Жду, когда ты станешь обращаться ко мне иначе. Господин, вам посылка. Спасибо. Господин Цинь. Наверное, неожиданно получить это от меня. Хоть я и отправляю это письмо вам, я пишу его больше для себя самой. Я подвожу итог последним 4 годам своей жизни. Интересно, когда я вас полюбила? Наверное, когда в первый раз встретила. А может, и раньше. Еще в школе учителя всегда вас расхваливали. Я придумывала себе, насколько вы идеальны. Я до безумия влюбилась в свои фантазии. Но после встречи с вами я узнала, что вы еще более красивы и серьезны, чем я думала. И тогда мои чувства вышли из-под контроля. Я люблю вас, но вы любите Тунвэй. Да, я знаю это, но я не ревную. Ни капельки. То, что существуют такие прекрасные люди, мотивирует меня на то, чтобы стать лучше. Это самый верный способ выразить свои чувства. Любовь сделала меня лучше. Господин Цинь. Вы мне нравитесь. Конечно, из-за того, что я вам не нравлюсь, мое сердце было разбито. И когда что-то подобное случается, я напоминаю себе не давать негативу себя поглотить. Иначе я буду наполнена сожалением и стану недостойна такого чудесного мужчины. Прошло 4 года. Как думаете, я стала более уверенной и профессиональной. Этим переменам поспособствовали вы.
Я вам благодарна. Вы чудесный начальник и прекрасный объект для обожания. Вы не отвергли мою влюбленность, и я заставила себя усердно работать. Как раз потому, что вы меня не любили, я смогла встретить Джигао. Это письмо — прощание с моей любовью к вам. И, наверное, с моей юностью. С этого момента я взрослый человек. И я уверенно пойду навстречу новой жизни. Господин Цинь, Тяньюй, спасибо. Прощай. Человеческая жизнь очень коротка. Она длится примерно 30 тысяч дней. Я встретила вас, когда мне было 22. И уже потратила на любовь к вам больше 300 дней. В оставшиеся дни я собираюсь любить других людей. Вичань, это я. Недостаточно хорош для тебя. Любить того, кто не любит тебя, это как ждать лодку в аэропорту. Ну или машину на лодке. Или хотеть солнце ночью. Или смотреть на звезды при свете дня. Это несбыточные мечты. О чем думаешь? Да вот думаю, понравлюсь ли я твоим родителям. Я и дядя тебя поддерживаем. С чего вдруг ты им не понравишься? Кроме того, неважно, понравишься ты им или нет. Главное, что ты нравишься мне. Не волнуйся. У нас еще есть время до посадки. Давай присядем. Не улетай. Дай мне еще шанс. Все эти годы я воспринимал твою любовь как что-то, что всегда будет поблизости. Я никогда не ценил ее. Прости. Мне всегда казалось, что твоя любовь ничего для меня не значит. Я был неправ. Только когда ты решила покинуть меня, я осознал, что твоя любовь очень важна для меня. Бичэнь, пожалуйста, дай мне шанс. Шанс исправить мою ошибку. Я знаю, что ты любишь Тунвэй, а не меня. Да. Я признаю, что изначально она мне нравилась, но те чувства казались такими пленительными только потому, что она была недоступна мне. Но теперь я знаю, что люблю тебя. Я знаю, что я идиот, потому что говорю это перед твоей свадьбой. Прошу, дай мне шанс вступить в честную конкуренцию с твоим парнем. Я украду тебя. Хорошо? Даже если ничего не выйдет, дай мне хотя бы попробовать. Ты останешься? Оставшиеся 20 с лишним тысяч дней
Я хочу провести вместе с тобой. Запомни. Твоя любовь никогда не была напрасной. Прошу, поверь в этот раз. Бичэнь. Пожалуйста, не улетай. Позволь мне взять ответственность за те чувства, что ты подарила мне. Я так долго мечтала об этом. Я столько об этом мечтала. Но в этот раз это очень похоже на реальность. Еще бы. Потому что я настоящий. Молчать. Алло, Бичэнь. Алло. Вставай. Дядя, тетя, Сяофэй, я купила билет на самолет на завтра. Так быстро уезжаешь? Я уже и так долго вам мешаю. Ты пришла помочь, как ты можешь мешать? Чэнси, я уеду вместе с тобой через пару дней. Что ты сказал? X-Group проведет банкет в Китае в следующем месяце. Чтобы объявить об официальном выходе 18 секретов на китайский рынок. Так что, если ты не против, я могу вернуться вместе с тобой. Но... Извините меня, но я немного устал, поэтому пойду. Не торопитесь. Помоги дойти до кабинета. Чэнси, поешь побольше. Сяофэй, ты правда хочешь вернуться со мной? Ты понимаешь, что это будет подразумевать? Конечно. Сяофэй, я так счастлива. Но я не могу принять отношения, которые построены на жалости. Это не жалость. Это ты меня все время жалела. Ты осталась рядом, когда мне было плохо. Я очень благодарен, это правда. Поэтому и я решил остаться с тобой. Ты говоришь правду? Это так.
Войдите. Хотели меня видеть? В начале месяца X-Group устроит званый вечер. Там они объявят о важном решении. Я слышала, что за организацию отвечает Се Сяофэй. Не ожидала такой реакции. А какая должна быть реакция? Тунвэй, можно спросить, почему ты рассталась с Се Сяофэем? Долгая история. Начальница Джу, если у вас есть поручение, просто скажите, я со всем справлюсь. Об остальном я волноваться не буду. Вот что. Ты только вернулась, поэтому пока можешь привыкать. На это дело я поставлю Сяосяна. Не волнуйся. Прекрасно. Спасибо, начальница Джу. Не ожидала, что ты будешь так прямолинейна. На тебя это не похоже. Так мне стоило согласиться или отказаться? Ты так сильно изменилась. В последнее время произошло слишком много всего. Я не хочу себя заставлять. Хорошо. Сяофэем будет работать Сяосян. Наслаждайся отпуском и не переживай. Спасибо, начальница Джо. Я пойду. Хорошо. Директор Фэй, регистрация выполнена. Вы в номере пентхаус. У тебя есть планы после обеда? Мама хочет, чтобы я вернулась домой, но... Тебе стоит поехать домой. Ты была вдали от дома так долго, родители, должно быть, переживают. Что-то не так? CIA отвечают за дело 18 секретов. Они же тоже участвуют в этом банкете. Волнуешься из-за нее? Я слишком мелочна. Чэн Си, тебе не стоит волноваться. Это только между нами. Но я правда переживаю и очень боюсь. Нам нелегко сойтись. Я боюсь, что все это сон. Нет же. Директор Фэй. Директор. Директор Фэй. Надеюсь, вы в порядке. Мы снова встретились. X-Group вновь доверились нам, обратившись по поводу организации важного приема. Пожалуйста, будьте уверены, мы доведем это дело до конца. На этот раз ты занимаешься этим делом? Да. Над прошлым проектом нам не довелось поработать вместе. Мы не упустим такого шанса в этот раз. Помнится, работу над прошлым проектом возглавляла команда. Может, будет лучше, если она снова займется этим? У менеджера Тун отпуск. Она не может взять это дело. Она в отпуске? Официально заявляю, что ее отпуск окончен. Мне нужно поговорить с ней завтра лично. Директор Фэй? Директор... Этот директор Фэй. Тунвэй, так сильно меня ненавидишь?
Тунвэй, ты первая предала наши отношения. Директор Фэй. Директор. Директор Фэй. Директор Фэй. Директор, это... Что, господин Ли? Что случилось? Менеджер Сяо, что нам теперь делать? Очевидно, он здесь ради Тунвэй. Зачем начальница Джоу тратит мое время, дав мне это дело? В крайнем случае, можно обратиться к Тунвэй. Совсем спятил? Ладно, ладно. Ты не знаешь, что между ними случилось? Тунвэй не придет, даже если от этого будет зависеть ее жизнь. И что же нам делать? Давайте просто уйдем. Ты заходишь в мою комнату так поздно ночью. Это опасно, знаешь? Вы уже должны были понять. Я не подхожу под ваш типаж, а вы под мой. Когда ты зашла ко мне, я предупредил тебя об опасности. Теперь боишься? Если бы боялась, я бы не пошла за вами сюда. Надеюсь, увидимся завтра в 10 в конференц-зале с Эйей. Иначе... Иначе что? Алло. Я внизу, выходи. Уже слишком поздно. Тебе неудобно или боишься, что Цинтяньюй узнает? Не выйдешь через 5 минут, я сам поднимусь. Сяо Фэй, думаешь, это смешно? Смешно. Я обращаюсь с тобой так же, как ты со мной. Что ты хочешь сказать? Почему не отвечала? Не хотела. Почему? Потому что наши отношения закончены. Ну да. Ты живешь в доме, который подарил тебе Цинтяньюй. Ну да. Какие-то проблемы? Конечно. Неужели ты так легко откажешься от наших отношений? Я работал, боролся, я давал всего себя за эти отношения. А что насчет тебя? Из-за крошечного недопонимания ты готова поставить на все крест. Чтобы ты знал, крошечное недопонимание, о котором ты говоришь, это две жизни. В смысле? Что за две жизни? Объясни. Если бы я улетела раньше, то, возможно, Шаньшань бы не умерла. Это из-за того, что ты меня остановил, ясно? Ся Шаньшань умерла? Да, из-за выкидыша. Она умерла с ребенком в утробе. Девочка была такой маленькой, что она сделала не так? Она так и не увидела мир. Все из-за того, что ты меня остановил.
Но нет никакого смысла говорить об этом. Ты все равно презирал Шань-Шань. Подожди, Тунвэй. Я не знал, что все так серьезно. Моя мама была на грани смерти, отца отправили в больницу. Я правда... Прости меня. Мне очень жаль. Прости. Я не могу тебя простить. Я надеюсь, что ты исчезнешь из моей жизни. Хватит за мной приходить. Доброе утро. Цуйси уже разослала всем расписание банкета. Взгляните на него. А вопросы обсудим позже. Это мероприятие – первое публичное появление 18 секретов Китая. Это очень важно для X-групп. Четыре поколения лидеров X-групп создали крупную бизнес-империю в США. Однако мы всегда желали вернуться на нашу родину. Теперь я решил выполнить желание своего прадеда. Менеджер, господин Цинь здесь. Хорошо. Какие-то проблемы? Нет, все в порядке. Директор Фэй, уже полпервого. Не хотите прерваться на обед? Закажите что-нибудь сюда. А вечером я отблагодарю вас ужином. Спасибо, директор Фэй. Извините. Цяньюй. Вэй-Вэй. Зачем ты пришел? Мне нужно сказать тебе кое-что. Очень важное. Бичэнь, мы... собираемся пожениться. Правда? Поздравляю. Мы с ней надеемся, что ты станешь подружкой невесты. Что скажешь? Конечно. Поздравляю. Это замечательно. Посмотри на себя, как ты счастлив. Прости, мне радость в голову ударила. Выгляжу как глупец. Поздравляю. Но ты мог бы и по телефону мне это сказать. Но пришел сюда лично. Пытаешься мне нос утереть? Конечно, нет. Просто выказываю тебе уважение, как к нашей свахе. Вэй-Вэй, есть много вещей, которые я хотел бы сказать тебе, но... Понимаешь? Просто скажи спасибо. В смысле, между нами и так нет никаких секретов. Просто поблагодари. Спасибо тебе. Еще раз поздравляю. Я рада за тебя, Тяньюй. Спасибо.
Директор Фэй. Директор Фэй. Госпожа Тун. Из-за вашей предыдущей задержки у нас очень плотный график. Не смешивайте личное с работой. Извините, я уже иду. Давай поужинаем сегодня. Заодно обсудим все приготовления. Нет проблем. Тогда пока. Пойдемте. Речь директора Фэя очень важна. Я думаю, она будет очень глубокой и будет иметь немалую значимость. Так что место встречи мы выберем, исходя из его речи. Подождите. Я еще не закончил. На приеме я также сделаю личное объявление, касающееся моей помолвки. Поздравляю, директор Фэй. Вы также знаете мою невесту. Ее зовут Джао Чинси. Вы хорошая пара. В таком случае... Нам придется побеспокоить вас по поводу организации. Не волнуйтесь. Мы сделаем все, что в наших силах. Я скажу начальнице Джао отдать дело кому-нибудь еще. Се Сяо Фэй, очевидно, специально как это делает. Так? Мстит вам. С чего бы это? Он просто так. Нам просто нужно хорошо сделать нашу работу. Остальное нас не касается. Садись. Директор Фэй, я уже не на работе. Так торопишься на свидание к Синтяньюю? Да, очень спешу. Попробуешь остановить? Да. Я уже должен тебе две жизни, оставшиеся роли не играют. Садись. Отпусти. Я сказал, садись в машину. Зачем ты меня сюда привел? Сяо Фэй, наконец-то. А ты тут зачем? Чэн Си, менеджер Тун отвечает за прием. Поэтому я привез ее сюда, чтобы вы встретились. Обговорите детали помолвки. А, вот как. Госпожа Джао, что думаете об этом платье? Элегантное и скромное. Примерите? Конечно. Хорошо. Раз уж ты тут, не хочешь осмотреться? Если вы с Синтяньюем женитесь, почему бы не приглядеть свадебное платье? Это или это? Лучше думай о своей невесте. Чужие невесты тебя не касаются. Тун Вэй, так сильно ненавидишь меня? Только после одной моей ошибки все, что было между нами, исчезло, да? Я задал вопрос. Я требую ответа. Мужчина, которого ты любишь, собирается жениться на другой. А?
А ты все еще остаешься бесчувственной и никак не реагируешь на это? Ты любишь меня? А? Я спрашиваю, любишь или нет? Господин Се, ваша невеста очень красива. Сяо Фэй, это платье будто создано для меня. Посмотри на плечи и талию. Хорошо сидит, да? Раз уж тебе нравится. Госпожа Тун, что думаете? Вам идет. Проверьте адрес и остальную информацию. Если все правильно, оформите бумаги, и завтра мы доставим вам платье. Хорошо, все верно. Ручка есть? Я принесу. Подождите. У меня есть. Хорошо. Госпожа Джао, вы такая утонченная. Мало кто сейчас использует перьевые ручки. Наслаждайтесь. Мне нужно идти. Подожди. Дай объяснить. Я просто надеюсь, что вы сможете вернуть личные вещи моего отца. Я не знал, что она взяла ее. Я серьезно. Вы скоро поженитесь. Пользоваться ей дальше — плохая примета. Тон Вэй, послушай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.